У нас в программе новый дом, кондоминиум дом, поделенный на две семьи, гараж, вход, окошко, там уже дальше гараж, вход, а даже на три семьи он поделен. Сейчас посмотрим. Reads it through the satellite. In the satellite? Uh-huh. Oh wow. All sophisticated, all that stuff. Yeah. And you're 30 years per year? Yeah, well, used to have... Sometimes some agents still use combination ones. Certain areas. Okay. Заходим. Well, you know the program. Hey, I printed this out for you. And also, what the heck, I printed out the seller's disclosure. Yes. I need to leave out here so they know that we were here. Mm-hmm. The basement. No basement? Uh-uh. Вот такая здесь прихожая. С паркетом. Сразу здесь вход в комнату. Типа кабинет. Небольшая комната. Это как раз таки окно, которое мы видели снаружи. И здесь ковры. И здесь клозет. Ковры в этой комнате надо заменить. Далее. Здесь что-то со светом. Где свет? Не понимаю, где свет, но это гараж. Это гараж. Далее здесь находится ванна. Опс. Здесь находится ванна. Вот такие шкафчик. И сама ванная. Стоит он 235 тысяч, сразу скажу. И вот я сейчас услышала, здесь клозет. Риэлтор сказал, что они хотят полную стоимость получить за дом. Что у нас здесь? Здесь стирки. Стиранка, сушилка новая, кстати, довольно. Ну, в общем, такое служебное помещение, назовем его так. Техническое. Дальше. Вот это клозет. При входе, хорошо. И мы переходим в зону. Кухня. Вот такая кухня. Огромный холодильник. Здесь довольно, если все открыть жалюзи, здесь должно быть очень светло. Какой-то даже есть декор. Мойка. Еще один огромный клозет. Они оставляют мебель? Зона столовая. Мебель не оставляет, она будет пустая. Здесь есть камин. Такая зона. Что здесь на улице? Такая территория небольшая, заграждена от соседей. Далее. Немного кустарников. Ну, в общем, такая зона, где можно будет летом пить чаек, кофеек, завтракать.
Там дальше проходит дорога. Не очень скоростная, но дорога. Вот. Такие ковры здесь пружинистые прям. Меня пружинит. Далее переходим. Одна из спален. Очень просторная. Такая хорошая, большая спальня. С большим окном. Очень большой клозет. Вот. Много пространства для хранения одежды. Так думаю, это master bedroom. Самое главное, да. Здесь две раковины. Светлые шкафчики, что мне нравится. Дизайн мне нравится, очень симпатично. Планировка хорошая. Так, и ковры мне нравятся, они не такие, как обычно везде. Идем на второй этаж. Вон здесь такая большая зона, типа ТВ. Можно смотреть, весь стенд ставить. Такая зона отдыха, огромная большая комната получается. И как бы отсюда можно смотреть на первый этаж. Вот так вот. Большое пространство здесь. Вот это. Большая квартира. Это спальная комната, то есть получается здесь двуспальная квартира, two bedroom. Окей, клозет. И еще одна ванна. То есть две полноценные ванны с туалетом, две спальные комнаты, гостиная комната и так называемая комната отдыха. Я думаю, это была вторая bedroom, они просто переделали. Я думаю, это было так.